Всем привет! Это блог спорта «День за днем» о российском футболе, и я Тимур Валеев. Сегодня обсуждаем выступление российских клубов в Еврокубках. Наконец-таки приятные новости. Поехали! Все на месте, спортсмены! И пусть «Локомотив» подвел всю остальную компанию, все же «Зенит» и «Спартак» пополнили нашу копилку в таблице коэффициентов УЕФА, и российские клубы хоть что-то-то набрали, и обошли Шотландию, и чуть-чуть, да, оторвались от украинских клубов. Почему-то очень страшно многим, что нас обгонит Украина. Видимо, это какой-то определенный рубеж, который скажет о том, что российский футбол окончательно пробил какое-то дно. Хотя я не вижу ничего такого в том, чтобы в один конкретный сезон или конкретно в общей таблице кто-либо обошел Россию, тем более, что, судя по последним результатам, наверное, это все-таки должно произойти рано или поздно. Но я думаю, что эти победы говорят еще и о том, что наш футбол не так плох, как он многими сейчас воспринимается. Да, два сезона подряд, наверное, можно назвать это полным провалом, но если оценивать выступления российских клубов в Еврокубках в принципе, то это скорее небольшой спад, который не определяет прямо-таки реальный уровень российского футбола, а всего лишь говорит о том, что наступил небольшой момент, наверное, определенного кризиса. Хотя, как известно, вот эти вот спады и подъемы, они чередуются. Если два года подряд российские клубы показывали ниже ожидаемого результата, то вполне возможно, что в этом году результат будет выше ожидаемого. Хотя есть важный момент, о котором надо сказать в контексте побед над Зенита, побед Зенита и Спартака. Это очень важно. Не нужно забывать, что на пользу обоим российским клубам, и Зениту, и Спартаку, сыграло удаление. В обоих матчах произошло удаление, и произошло оно в такой переломный, можно сказать, момент. Зенит, да, хорошо начал игру, в отличие от Спартака, но в конце второго тайма, наверное, с середины первого тайма отпустил игру, и Мальмё создавал моменты, мог рассчитывать даже на то, чтобы сравнять счет, а потом неизвестно, как бы закончилась эта игра. Но вот второй тайм выходит, Зенит неожиданно забивает второй гол, и тут же происходит удаление. Это немножко связано с теми решениями, которые принял Сергей Симак еще перед игрой, получается, по тактике. Кузяев играл выше, и поэтому очень много досаждал сопернику. Вот, и получилось, что удаление сыграло тоже на пользу, да, там Зенит немного тоже отпустил игру, ну, Мальмё уже в меньшинстве вряд ли мог как-то там сопротивляться, и Зенит в конце концов добавил свежих игроков и довел игру до разгрома. Никогда такого не было, это первая победа крупная Зенита в Лиге Чемпионов, получается, ну, если учитывать все матчи, кроме квалификации. Вот, и примерно такая же история случилась со Спартаком. Да, Спартак начал очень плохо, то есть это было Наполи на 3, на 5, на 16 голов превосходил Спартак, и в первые где-то 20 минут мог спокойно устраиваться со счетом 3-0 и вообще забывать об игре, и, как сказал потом Кулибали, спокойно думать о следующей игре против Фиорентины. Вот. Но немного им не повезло, они забили только один уже на 13-й секунде, а потом случилось удаление, которое по факту перевернуло игру. И мне многие говорят, что я слишком плохо отношусь к Спартаку, и поэтому считаю их победу какой-то недостаточно ценной. Хотя моя мысль в том, что в победе Спартака над Наполи нет ничего тренерского. К сожалению, я продолжаю констатировать тот факт, что Руй Витория за 3, уже почти 4 месяца ничему не научил Спартак. Сейчас можно говорить о том, что, ну, камон, это взрослые футболисты, чему тренер должен их учить. Но, не знаю, у меня перед глазами пример футбольного клуба Сочи. У Владимира Федотова подбор игроков не сильнее, чем у Спартака.
То есть, ну вы помните, что туда приезжают футболисты, которые кому-то, как правило, уже не подошли, и, так скажем, Сочи это для них второй шанс. Ну, может быть, для за скобками оставим последние трансферы футбольного клуба, потому что это уже приехали действительно неплохие футболисты, хотя среди действительно сильных качеств, может быть, у них можно выделить одно-два, ну ладно, не в этом смысл. Сочи играет. Играя с любым соперником, играл даже с «Партизаном» в квалификации Лиги конференций, и хотя не прошел дальше, впечатление о Сочи осталось намного лучше, чем о «Спартаке» или о «Рубине», которые вообще ничего не показали. То есть с любыми футболистами можно играть в командный футбол, и Сочи это прямо доказывает. Почему «Спартак» не играет в командный футбол, для меня абсолютная загадка. То есть, ну вот мы смотрели матч с «Наполи». Пока что будем оценивать только 30 минут, когда играли 11 на 11. «Спартак» редко, но окей, добирался до чужой штрафной, но откровенно не знал, не понимал, что ему делать. Не хватало насыщения штрафной, чтобы проводить фланговые атаки. Не хватало каких-то предложений. Где-то пытались как бы футболисты уже тогда играть, обыгрывать один в один, но по факту же это вот, примеры есть Айртона и Бакаева, которые просто шли на пролом своих защитников и просто втыкались в них, как будто, знаете, фифу, ты сел первый раз играть, первый раз джойстик в руки взял и не понимаешь, как поворачивать вообще, и вот ты утыкаешься в соперника, теряя мяч. И вот так вот играл «Спартак» в первые 30 минут. Конечно, никаким командным футболом это не пахло. И, опять-таки, после удаления командный футбол не проснулся. Его просто не было в этой игре у «Спартака». Преимущество «Спартак» получил, когда остался в большинстве. И, наконец-то, стали проходить обводки один в один. Футболисты создавали перегруз в отдельных зонах и в итоге создавали моменты. Немного не хватало конкретики в этих моментах, не хватало нацеленности. Опять-таки, ну, мне лично бросалось в глаза, что футболисты не знали точно, куда следует отдавать мяч, и поэтому действовали достаточно медленно. То есть им нужно было тратить время на то, чтобы поднять голову, посмотреть, осмотреться. Не было такого, чтобы, знаете, они обыграли кого-то и уже знали, что на дальней штанге обязательно есть партнер, который не то, что там просто будет, он будет замыкать. То есть не было вообще такого. Все моменты были достаточно... Ладно, моменты до середины второго тайма где-то были немножко вымученными, были немножко натужными, они не были подготовленными, то есть это довольно-таки сырые были моменты. Ближе к концу игры Наполи попытался раскрыться, ну, счет 1-1, явно они не хотели устраиваться на ничью со «Спартаком», который уже считали давно выигранным матчем. Вот, и поэтому пытались находить удачу в контратаках, раскрывались, ну, еще к тому же играли в меньшинстве, ну, и получалось, что свободные зоны увеличивались, расширялись, и по итогу «Спартак» легче использовал зоны, и, опять-таки, я не говорю, что «Спартак» сыграл плохо, футболисты сыграли хорошо, я просто хочу донести мысль, что решающую роль сыграл не тренер, тренер вообще могло не быть на этой игре. Роль тут сыграли как раз-таки футболисты, которые на деле оказались неплохого уровня, ну, раз они могли один в один обыгрывать футболистов Наполи, которые вообще-то, ну, тоже очень хорошего уровня, то есть в «Спартаке» нормальный подбор игроков, то есть, на самом деле, очень много критикуют то, как кого «Спартак» подписывает, но по факту мы видим, что футболистам Наполи, скажем, один на один, они не уступают, ну, или, по крайней мере, могут играть с ними на равных, и это важный момент, потому что сплошь и рядом уже истории, когда футболисты уходят из «Спартака» и в итоге добиваются где-то успеха, играют неплохо. То есть сейчас уже сверкает в Бразилии Педро Роша, а ему вообще в «Спартаке» шансов не давали, считалось, что это никчемный футболист, и вообще никакой пользы он принести не может. Оказывается, вот. Мельгарех забивает тоже в другом полуфинале Кубка Либертадорес, и выяснилось, что тоже неплохой футболист. Вот, хотя тоже списывали со счетов. Ну ладно, для Мельгареха еще более-менее какой-то уровень там в «Спартаке» его оценивали неплохо. Но, в общем, сплошь и рядом эти истории, когда футболист уходит из «Спартака», Густиль вызывается в сборную Голландии сейчас. То есть важно понимать, что при правильном использовании футболиста он может показывать хороший футбол. То есть, окей, Густиль тот же самый, он в Голландии вообще-то был неплохого уровня футболист. Да, может быть, это не звезда футбола, но кое-что он умеет. Так почему тренеру не попытаться
использовать его на максимум. То есть нужно от игроков, для игроков создавать такие условия, чтобы они показывали свои лучшие качества, и тогда команда будет добиваться успеха. Руи Витория пока что вот вообще никакого секрета не раскрыл. Игра Спартака слишком разрознена. Опять-таки, нет команды, нет командной игры. То есть футболист, может быть, коллектив там единый, они там объединены одной целью, но в игровой модели это не видно, это не бросается в глаза, и тренер в данном случае ведет себя, ну, податливо. То есть нет никакого движения, не видно его работы. То есть футболисты не научены. Да, сейчас можно сказать, что ну камон, кого ты тут учишь, это взрослая команда, они должны уметь, тренеры здесь не учат. Но опять-таки, вспомните Сочи. Владимир Федотов, я с ним общался лично, и он мне говорил то, что мы учим футболистов, например, говорить на поле, и, ну, не просто подсказывать, что там игрок там, или что-то такое, они понимают игровую модель, в которой они играют, и если там один из партнеров чуть потерял концентрацию и потерял позицию, или что-то, отвлекся, ему тут же помогают, не с бровки, где тренер стоит, а здесь же на поле, потому что здесь же можно достучаться до своих партнеров. И тренерам это проблематично, но Спартак показывает, что никакой игровой модели у него нет. И все это к чему вообще говорю? Российским клубам сильно помогли удаления. Да, может быть, Зенит обыграл бы Мальме, но ну, Мальме это и есть Мальме. Команда одна из слабейших в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Да, Спартак обыграл сильный Наполи, который случайно Спалетти до этого не проигрывал и все выигрывал. Вот, но, опять-таки, преждевременно говоришь, что сейчас уже пошли разговоры. Ну все, Спартак сейчас поборется за выход из группы, все можно, 3 очка за 2 матча, это вообще-то неплохо. Предпосылок к этому нет. Нет даже предпосылок к тому, чтобы Зенит поборолся за выход в Лигу Чемпионов. Да, выход в плей-офф Лиги Европы сейчас стал более реальным. И это если Мальме вдруг там не зацепится за какие-то случайные очки там с Челси и с Ювентусом, хотя там тоже предпосылок к этому нет никаких. Но и нет предпосылок к тому, чтобы Зенит с Ювентусом боролся на равных. Да, была неплохая игра с Челси, но это остаются команды сильнейшего уровня. И рассчитывать прямо сейчас, что Зенит все теперь поборется, там побьется на равных за плей-офф Лиги Чемпионов, нет, ни к чему к этому вообще нет никаких предпосылок. То есть Зенит будет очень стараться и, может быть, даже добьется успеха, но в данный момент вероятность этого успеха я оцениваю не больше, чем в 5%. Это будет какое-то чудо, если Зенит выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов, но это просто практически нереально сейчас. Да, не нужно занижать уровень российского футбола, но таковы реалии, что Челси и Ювентус сейчас это на порядок выше, это следующая ступень. То есть Зенит все-таки будет на ступеньке пониже, а Спартак, ну, наверное, еще ниже. И пока вот игровая модель у Спартака не будет прослеживаться, то думаю, что в Европе прямо-таки успеха успешного добиваться не получится. Да, случайные победы такие есть, и очень важно их цеплять. Здорово, что Спартак сумел победить. Здорово, что 2 российских клуба сумели победить и пополнить копилку в таблице коэффициентов УЕФА. Но на самом деле эти победы скорее случайны, чем закономерны. Поэтому, пожалуйста, не будьте слишком возбуждены, слишком не завышайте свои ожидания, потому что с большой вероятностью в следующих матчах и у Спартака, и у Зенита, как и у Локомотива, мы, к сожалению, увидим поражение. С вами был Тимур Валеев, это был блог «Спорта. День за днем» о российском футболе. Продолжайте нас смотреть, читайте «Спорт. День за днем», подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и любите эту игру. С вами был Тимур, пока!